Кремль предостерегает европейские страны от поспешного отказа от поставок российского газа. Еврокомиссия ранее заявляла о намерении избавиться от энергетической зависимости от Москвы к 2030 году. Аналитики отмечали, что некоторые государства могут реализовать такой план и раньше. Президент России Владимир Путин полагает, что такие решения вредят как Европе, так и мировой экономике в целом. Так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Несмотря на эти очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. Прежде всего для своих граждан. После начала российского вторжения на Украину ЕС ввел санкции против «Газпрома» и «Роснефти». Путин поручил правительству искать другие рынки для продажи энергоносителей. Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет. Шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки Юга и Востока. Ранее Путин требовал принимать оплату за российские энергоносители только в рублях. В ЕС называют это нарушением действующих контрактов. В ходе нового совещания российский президент поручил постепенно переводить расчеты в национальные валюты.